В Ярославле продолжается Коган-фестиваль. Сегодня его участники пришли в гости к ученикам детской школы искусств, носящей имя основателя международного музыкального форума. А на мастер-класс заглянула и моя коллега Марина Смарагдова. Мастер-класс известного европейского скрипача Горана Кончера открыл этот день в детской школе искусств. Мастер рассказал, что занимался у многих преподавателей в разных странах мира. В 70-х стажировался в Москве у Леонида Когана и понял, что русская исполнительская школа и не только и не столько техника, но более всего искусство души. Самое важное чувство в музыке – это что в себе, носим идентитет. И потом, сейчас, когда здесь пришел Ярослав, мне очень понравилось, несколько ребят, эта девушка для меня играли. Это настоящий темперамент, который мы понимаем. Для школьников встреча с исполнителем мирового уровня, безусловно, подарок и важный жизненный опыт. У Горана большая практика выступлений на международных конкурсах. Сегодня ее частицу он передал ярославским скрипачам. Имя Дмитрия Когана в этой детской школе несут с честью и стараются больше узнать об этом человеке и музыканте. Мы с ним занимались, периодически готовились к ответственным концертам, которые были у Димы, у Дмитрия Павловича. Перед большим залом консерватории, перед серьезными мероприятиями. Как рождается музыка и как создают инструменты, детям рассказал скрипичный мастер из Италии, презентовавший в Ярославле скрипку «Чайка». Внутри инструмента есть портрет Валентины Терешковой. Это единственный инструмент вообще в мире, где есть портрет. А в конце вечера на сцену поднялся внук нашей прославленной землячки Андрей и исполнил несколько произведений. Марина Смарагдова, Владимир Чернов, новости города.